Инвесторы должны видеть Тюменскую область такой, какая она есть. Для этого карты местности нужно сделать максимально полными. Актуальные вопросы геодезисты, изыскатели и кадастровые инженеры обсудили на заседании Общественного совета при Тюменском управлении Росреестра. В данный момент на территории региона размещено 25 базовых станций, которые передают информацию спутниковых систем. Задача номер один на сегодня – выстроить оперативную схему передачи данных от конкретного муниципалитета до федерации. Сколько ни говори, халва, да, во рту сладко не станет. А когда ты видишь реальный участок местности, куда ты собираешь инвестировать свои средства, ты видишь реальную ситуацию вокруг, реальные подъездные, коммуникации, все это накладывается, и вот она наглядность принятия решения. Это скорость, это обоснованность принятия решений. Ну, кроме того, устранение погрешностей сделает более точными карты в навигаторах.